Ребят, всем доброе утро. Мы только что проснулись. Я, конечно, сегодня встала так попозже чуть-чуть. Дети проснулись в 5. Соня с Алисой. Я их отправила. Я была у Тео, а отправила их к папе. Так что он уезжал тебе на работу в 7 утра. И до 7 они у него были. Лиз, вы почему так рано встаете? Не знаешь? Нет. Мы сейчас будем завтракать, а потом будем печь пирог. Да? Тортик такой. Ты маме помогать будешь? А потом будем ехать куда? На море. На море, нет, на озеро. Лягушек искать поедем. На озеро. Надо лягушки искать. Ребята, всем привет. Всем привет. Едем мы сейчас на озеро, собрались наконец-таки. Было непросто, сегодня какой-то дикий день, да? Ага. Что дети сегодня вообще бесконечно ссорятся, плачут, кричат, все не так. Сколько градусов? Нет? Так, у нас жарко, знаете? У нас на улице 18. Сейчас 21 градус. 18. Там. Ты знаешь, мне так жарко, но я тоже сумку. Видите, еще привычка есть вот эта, да? Курточку взять, одеть. Непривычно, что такая жара у нас. Что у нас такое? Летом всегда вовлеха. Хотя в тот раз летом, да, мне Лорина рассказывала, дождь. Холодно тоже. Сейчас я сделаю. Привет, мы уже приехали на озеро. Да. Лисенька, дай маме ручку. Лис. Мама, купаться. Купаться? Да. А мы взяли с собой резиновые сапоги. А я вот смотрю, куда мы идем. А там детки прям голенькие. Смотрите, вы не видите сейчас? Я хочу купаться. Ты тоже купаться? Да. Я говорю, а может быть, не нужны нам даже резиновые сапоги? А будете просто ножками бегать? Ну, посмотрим. Вода, конечно, еще холодная. Как маленький. Сонечка упала сейчас сильно, да? Лягушек детки хотят искать. Ну, будем смотреть. Ой, с коляской тут. Будем смотреть. Смотрите, там собаки гуляют. Так, девочки, давайте, наверное... Аккуратно вот тут. С коляской. Ты можешь его подержать? Подождите, а я сейчас спущусь сюда. Смотрите. Покажу вам. Такая красивая вода. Прям бирюзового цвета. Классно. Я думаю, что для лягушек еще рано. Я думаю, что может быть через месяц где-то. Сонечка. Аккуратно. Вы видели огромную лягушку, да? Да. Что, вы яблочки кушаете? Да. Да? Яблочки? Тут такая... Маленьких лягушек мы, конечно, не найдем. Вот я думаю, может быть, если те уезжают, то семья, может быть, туда. Или здесь что мы? Одеть тебе гумиштифль? Да? Одеть вам? Ну, что-то мне не хочется, чтобы прям босиком. Нет, я вам сейчас одену. Да. Тео, давай сюда. Сонечка, зачем ты сняла? У тебя же ножки потрясли. Сонюш. Подожди. Мама, можно там? Да. Тео будет, а? Кто я? Тео, не знаю. Мама.
Классный сюрприз. Ой, я тебя неправильно ходила. Там еще есть много. Давай. Ну, пошли вода туда. Кать, может быть, ты заберешь штаны и снимешь обувь и выходишь босиком? Да. Ты куда, Лисюнь? Ау. Нет, нет, Сонечка, давай аккуратненько, дальше нельзя, чтобы ты не намочил. Соня. А принеси для Алисы водичку. А пойдем еще с тобой поищем лягушек. Пойдем. Аккуратно, Алис, аккуратно. Ой, Алиса, я тебе тоже неправильно обувь одела. Лапка. Угу. Лопатка. Мама, ты она я буду лить воду. Мама, наливаем, да. Чуть-чуть как пожарно. Да. Только нужно здесь у Кати выливать, и тогда ручеек ваш размножается. Катя сделала. Я сейчас пойду искать вода. Искать, мама. Говорит, я пошла воду искать. Я вода. Экологический такой прудик. Мама, ты... Смотрите, что девочки лягушку поймали. Ты его... Вот так она прыгает, да? Мама, нет, нет, ты его аккуратно, он сейчас ее... Нет, не, не, зайди, а. Аккуратненько. Ей нужно... Не, не нужно, мне кажется, она сейчас выпрыгнет. Нет, ты его, она пожалуйста, не дадут ее трогать. Она может выпрыгнуть? Да, Катя, она может выпрыгнуть. Ну и что? Нет, я ничего не спрашиваю. Да. Это именно наша жаба, это такой. Не лягушка, это жаба. Так, где? Мы уже домой приехали, купили вот такие вкусные булочки с сыром. Сонечка уже тут улыбается. Будешь? Да? Держи. Алис, будешь? Катя. Катя забегала, да? Это наш маленький. Ну, тут с семечком, скажу, это мама три с сыром. Лягушки так прыгают, да? Да. Вам понравилось на Оси? Да. Завтра еще поедем, да? Добрый вечер. Класс. Тебе с Катей только приехали. Купили, в общем, забрали Штео вот эту кровать, которую мы заказали. Увидите потом, она такая крутецкая, огромная, там вообще супер. И мы, ну, я попросила купить два одеяла новых, легких. Вот он два взял. И тут простыни. Я потом буду все смотреть. Какие, что он там взял. Мы сейчас будем кушать, садиться. Так что всем тоже приятного аппетита. И до скорого. Ребят, смотрите, мы купили такой десерт в Испании. Крема каталана называется. Пудинговый десерт. Здесь пакетик, наверное, сахар или что это. Вот смотрите, открыли мы этот десерт. Сейчас я возьму пакетик. Нужно его вот так равномерно стараться распределить. И убрать микроволновку на
3 минутки. И потом в холодильник. Мы уже пробовали с детками, это вес нет. Обалденный. Вот, смотрите, ну, конечно, равномерно не очень получилось. Но значит, ну, поправим. Ну, представим, что все равномерно. Да? Все, смотрите, и убираем микроволновку. Смотрите, какие тюльпаны, это без меня только что подарил. Танки еще. Ну, обалдеть, какие... Блин, ты без, ищмак, я нас улыбаешь. Смотрите, боже, какие они, Катя, смотри, какая сказка. Обалдеть. Такие красивые. Когда попросили папу купить молока, йогурт. Нет, ну что? Мы попросили папу купить только малинку и яблочки. Ну, вот и все. А он приходит, говорит, смотрите, это маленькая закупка на большую семью. Тут просто маленькая. Так, давай разгружать, сейчас покажем, что мы купили. Ой, не мы, это без. Ну что, ребят, мы сейчас разгрузили нашу маленькую закупочку, которая... Только яблочек. Купи только яблочек. А мне, знаете, еще что понравилось? Мы сейчас все покажем, что купили. Я говорю, ты без. 2 киви, не больше. Сколько их? 3. Одни чипсы. 7. Я говорю, чипсы, одну упаковочку возьми, только соленых лейс. Одну, как бы, не 6. Так. Чуть-чуть. Так, ребята, мы сейчас вместе с Катюней начнем. Что-то буду говорить я, а что-то Катя, да? Да. Так, значит, упаковка молока 6 штук, печенье Милка, различные шоколадки Милка, это белый с Орео, и 3 шоколадки, как эти называются? Воздушные. Так, клубника, разные упаковки, значит, разных фирм, малинка, кефир, греческий йогурт. Как папа угадал? Фанта кола. Тут, смотрите, у нас башня из Актимели. Это означает, что? Это означает, что они были по скидке. Обалдеть. Смотри, зато всех вкусов ты без, похоже, взял, да? Так, дальше у нас идут йогурты Смартис. 4 штучки. Тут у нас идет маленькие бутылочки шампанского. Кофе Чиба, наш любимый. Потом шоколадки Киндер. Миша ему говорила, ты сейчас Киндер не бери, потому что... А я тут тебе заговорила не брать сейчас Киндер, потому что где-то или в Швейцарии, или где-то в Киндере нашли сальмонеллу. Я говорю, Киндер только ни в коем случае не бери. Зато 18 плюс 2. Так, моцарелла в маленьких шариках. Сливки. Крем-фреш, еще один крем-фреш и чай турецкое яблоко. Теперь я отдаю камеру Кате, и Катенька дальше. Вот сыр Джерамон, наш любимый, и еще вот такой вот. Вот огурчики длинненькие, вот очень длинные, йогуртики, паприка красная. И много-много яблок. Ну, сказали, ну так, чуть-чуть яблок, парочку. Кальраби. Помидорки. Масло. Потом это что у нас? Это сыр, фета. Или что это? Чипсики. Вот это вот моя любовь. Это с паприкой у нас. 4 штуки. И одни лайт, и одни такие просто соленые. Ну и 2 штучки киви. Смотрите, это просто... И еще классненькое. Вот. Мамины цветочки. Такая вот у нас... Маленькая покупочка. Мы попросили реально только чуть-чуть купить. Много к тьме.
Один огурчик просили. Вот. Сейчас будем все убирать по местам.